Также я благодарен Наташе Баевой за то, что она познакомила меня с моим замечательным другом, великим магистром ордена Тапки, Олегом Анатольевичем Лубягиным. Следующая песня написана для него. Вечному сюжету этим обостылившим клише. Помню, хохотали в унисон, а теперь обугленному сердцу не найти себе единоверца с человечьим лицом. Самое лучшее, конечно, впереди. Наша жизнь, как озорная песня, мы бы не придумали иной. Любит небо наши голоса, даже этого уже немало. Скалится улыбкой коновала и творит чудеса. Самое лучшее, конечно, впереди. Катали в унисон, и тогда пылающее сердце не искало бы единоверца с человечьим лицом. Самое лучшее, конечно, впереди. Субтитры сделал DimaTorzok.